Всем привет, иду из супермаркета Lidl. Вот такая собачка сидит в машине. Такая ждет своего хозяина. Парковка стандартная. Как выглядит этот супермаркет? Вот так. Скромненький, как в спальном районе Америки. Какой-то Техас, как в пустыне. Машины чешские, Шкода классная, такая VRS. Это ихнее авто. Ситигов, они везде, малолитражки. Такие вот. Холодно, холодно. Женщина на Форд Куга купила Форд Лохман. Так, идем. Так. Пропускают. Давайте еще раз смотрим. Там Теско, Лидл, Оби. Наверное, какой-то строительный магазин. Не знаю. Такси. Такси. Какая-то речка. Ах. Мой пакет. Кауфланд. Но в Lidl выбор еды намного меньше, чем в Кауфланде. Ну, цены разные, я бы сказал. Круче Кауфланда для меня в Чехии ничего нету. Дум культуры. Вот такой Opel можно купить за 5000. А заплатить налог за него 10. Так. Простите за то, что вот у меня дрожит рука из-за того, что да, в телефоне нету стабилизации. Но я выставляю стабилизацию в YouTube. И как-то оно будет. Холодно так.